Хасан Гусейнов уже несколько лет возит в Кустанай овощи и фрукты из южных регионов страны и Кыргызстана. Не скрывает, что торговля идет хорошо. Кустанайцы не скупятся, берут сразу мешками впрок. Мы продаем искульские яблочки, груши, есть разные сорта. Есть Томпсон, брызги шампанского, апорт, талгарка, есть лесная груша, арбузы, дыни возим с Тараза. Овощи с Алматы возим, есть огурцы, помидоры. Хасан рассказывает, что накрутку делает небольшую. Стоимость обычно складывается от цены закупа, затем к ней прибавляют расходы за доставку. Яблоки в Кустанае продают в среднем по 300-350 тенге за килограмм. А вот на овощи цены разные. У нас есть лук, получается, чуйский зимний уже, по 50 тенге, очень дешево. Люди берут мешками, есть у нас в розницу есть. Получается, у нас есть еще картошка. Картошка, получается, тоже есть в розницу, но картошка местная, гала-сорт, сами что знаем, по 50 тоже даем. Есть в розницу, есть в мешках. Люди, очень много клиентов вот у нас берут постоянно здесь. Получается, есть баклажаны по 55. А баклажаны откуда? С Шымкента привезенные. Ерес, перец есть по 60. Тоже в мешках и в розницу продаем. Хасан отметил, что на весь товар у них есть документы. Просто так на рынке торговать нельзя. За качеством и безопасностью следят владельцы оптово-розничного рынка. Поэтому к ним приезжают закупаться предприниматели, реализующие овощи и фрукты по городу и области. К примеру, мешок местного картофеля они реализуют по 1700 тенге. Перепродают его уже в два раза дороже. Мешки сколько? Мешки на килограмм. Давай, взвешивай. Перец горький, да? Очень горький. А это сладкий? Это сладкий. Сарагашки, да? Сарагашки. В списке регионов поставщиков есть и Россия, Китай, Узбекистан, Таджикистан. И все же чаще всего географию витаминного изобилия представляет Туркестанская область, города Тараз, Шымкент. Вот виноградом торгуем здесь. Недорого же. 250 килограмм. Яблоко, перец, мурюк. Сколько лет уже возите? Уже 8-9 лет уже. Бывает такое, что не распродали и испортили? Нет, все продали. Хорошо торгуем. А где он вообще вырос? Это прям... У нас в самом Туркестане. Местный. На местном рынке уже появился свежий урожай привозной капусты и моркови. Есть отделы по продаже свежей зелени. А вот заморские фрукты придется поискать в небольших магазинчиках. С вагонов, КАМАЗов и в обычных палатках продают привычный вкусовым рецепторам продукцию. Конкуренция на рынке высокая, поэтому всегда есть шанс торговаться. Диар Ахметчин, Балсу Алькенова, РТН.